Чтобы изменить жизнь к лучшему, им необходимо научиться идти на компромиссы. Это поможет сохранить теплые, дружеские и семейные отношения. Эти люди нуждаются в свободе мыслей и поступков. У них ясный, проницательный ум, огромный интерес к окружающему миру. Они быстро загораются новыми идеями и также быстро их оставляют, как только их увлекает что-то новое. Представители этого имени – люди чаще всего прекрасные администраторы, организаторы, но им самим лучше также находиться под контролем или, по крайней мере, под сильным влиянием более спокойных и устойчивых людей. Владельцы этого имени всегда готовы помочь, но иногда бывают капризны. Представители этого имени всегда добиваются своих целей и побеждают при любых условиях. В период уныния и депрессии человека с этим именем лучше поддержать и поговорить. Взамен вы получите преданного товарища, которому можно будет доверять до конца жизни. Буква «Н» в имени означает протест, внутреннюю установку не принимать все происходящее без разбора, умение отфильтровывать полученную информацию, отбрасывать второстепенное и оставлять главное. Звук «А» в имени человека внушает ему бодрость, придает силы для борьбы с трудностями. Значение буквы «А» в этом имени символизирует обновление, ежедневное возрождение в самом широком смысле. Владельцы этого имени часто обладают непростым характером самовлюбленность и эгоистичность. У них парадоксально сочетается с добротой и отзывчивостью. Обладатели этого имени стремятся к достижению высокого общественного положения и выполнению такой деятельности, которая позволила бы им работать на благо окружающих. Буквенное значение имени во главе с буквой «А» означает силу духа и стремление к успеху во всех сферах жизни. Окружение уважает их за искренность, энтузиазм, ум и полную самоотдачу во всем, что они делают. Обладатели буквы «Н» в этом имени отличаются стойким характером и умом. Буква «Д» в этом имени не со всеми звуками удачно сочетается и вызывает в сознании настороженность, что приводит к сложностям во взаимоотношениях. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.